Убейте того другого! Это идиотизм. Испытания нашего первого микродрона прошли успешно. Он просто милашка. Думаю, назвать его Себастьяном. Пора вломиться в Тайдис. И стащить у Найджела Касса его новую игрушку. Проект Фемида. Что за название такое? Это из греческой мифологии. Фемида была богиней правосудия. Ну, знаешь, с мечом. Ну да, типично для сучьего Найджела Касса. Видишь, школа — это не просто курс социальной адаптации. Найди план здания, а я определю, где именно работают над проектом Фемида. Мы здесь для вашей защиты.
готовы к любой угрозе. Боже! Ого! Поищи что-нибудь с названием Фемида. Ага. Начинаем поиски. Черт. Ну, если бы я прятал секретный и морально сомнительный проект типа Фемиды, я бы спрятал его в хранилище на нижнем уровне. Но нужны серьезные навыки взлома. В помещении, где идет работа над проектом Фемида, можно попасть на лифте. Но он заблокирован. Для обхода защиты нужен доступ к терминалу. Понадобится бот-паук. Чтобы обойти систему охраны, используй Себастьяна и остальных микродронов. Но сперва нужно преодолеть эффектное лазерное заграждение. Тебе понадобится бот-паук и крепкие нервы. Ага. Непростая работа. Непростая, но важная. Мы потратили сотни часов на сбор информации, но все равно не смогли учесть всего. Вы скажете, мы делаем, что можем. Да, но этого мало. Плохо звучит. Но даже мы не идеальны. Да, это им понравится. Скромность любят. Мы совершаем ошибки. Это в природе человека. Но ошибки недопустимы. Мы последний оплот жителей города. Проект Фемида несет правосудие и защищает. Он использует данные, чтобы предотвратить преступления и насилие. Он позволит исправить недостатки человеческой природы. Пойдет. Конечно, будут вопросы. Допустим, крайние меры. Несмотря на все опасения,
Это нужно Лондону. Вторжение! Ну что ж, Себастьян, тебя и твоих друзей к этому готовили. Уничтожьте для папочки систему безопасности. Это будет просто потрясно! Вот это я понимаю. Будет круто. Себастьян, нет! Ну ладно, не время оплакивать павших. Знакомьтесь, Себастьян, еще один из наших бесчисленных микросоюзников. И каждый из них Себастьян. Идеальное имя для идеальных дронов.
Вот они, ядра. Уничтожь их, Себастьян. И умоляю, будь осторожен. Гордится, Себастьян. А, да. Теперь ты сможешь получить доступ к проекту Фемида. Сейчас Найджелу станет херово. Лондон. Некогда оплот цивилизованности сейчас стал рассадником беззакония. Совершенно очевидно, что человечество не справляется. К счастью, есть решение. Вот оно. Проект Фемида. Альбион нашел способ использовать существующую систему «Цена жизни», которая занимается сбором биометрических и личных данных в разработке новых автономных дронов. Эти дроны будут опознавать, изолировать и устранять угрозу задолго до ее появления. Для них нет преград. Они видят все. Они могут уничтожить врага в пустом переулке или в толпе с одинаковой точностью. Дроны Фемиды сделают то, что было не под силу людям. Они действуют мгновенно и эффективно. Охренеть! Так и знал! Алгоритм цены жизни. Мой алгоритм! Надо было его удалить, когда я уходил. Ты это о чем, Хэмиш? Знаешь, как работает Фемида? Нет! Черт. Да. Несколько лет назад мы создали алгоритм ценной жизни для миротворческой системы КАСА. Так он ее называл. Определяет уязвимых граждан, но не для устранения. Вот срань. Значит, в теории Фемиду можно запрограммировать на цель с любыми параметрами. Да. Именно так КАС и мыслит. Он гений, но с извращенной моралью. Нужно положить этому конец. Я знаю как. Удалим данные ценности жизни, и с Фемидой покончено. Чтоб меня... Ладно. Церемонию награждения предлагаю перенести. Уходи оттуда. Это занятно. Я перехватил аудиосообщение Найджела Касса. Нет, нет, хватит оправданий. Это мой город, и я не позволю Дедсек разрушить мои планы. Фемида должна была изменить Лондон и весь мир. А эта шайка... Да еще и Хэмиш Баладжи! Найти всех! Они выставили вас идиотами! Как ни в чем не бывало, зашли в Белую башню, и никто, никто им не помешал. Как же ваши хваленые меры безопасности? Вам есть что сказать в свое оправдание? Нет. Значит, все до одного сотрудники пройдут повторную проверку. Никаких исключений. Им кто-то помог, я уверен. И мы найдем этого кого-то. В этот раз мы достанем их всех.
Ну, вот и все. У кассы еще долго будет гореть жопа. Алгоритма больше нет, и о Фемиде можно забыть. Вы молодцы. Ты тоже, Хэмиш. Ты нам очень помог. Но с кассом еще не покончено, поэтому дел жопой жуй. Присоединишься? Я явно не командный игрок, учитывая, как закончился мой роман с Альбионом. Но я буду следить за кассом. Может, подкину что дельное? А ведь еще есть нулевой день. Помните их? Они просто раздавили ДЦК 1-0. Касс имеет отношение к той чистке, Бегли, и ко взрывам. Так что, Хэмиш, нам пригодится любая помощь. Удачи. В прошлом приключении детектива Бегли и его временами полезных людей-помощников мы узнали, что технологический магнат-миллиардерша и ловкач, который использует войну себе во благо, наживаются на человеческих страданиях и убивают людей тысячами. Знаю, это пугающее открытие. А теперь о женщине, которая чаще всего попадает под наши подозрения. Мэри Келли может начать продавать рабов в любой момент, а мы тем временем получили зов о помощи. Внезапно, из кофейни. Может, у них Wi-Fi сдох, не знаю. Думаешь, это важно, Бегли? Да, конечно, все не так просто. Но я подумал, что если не отколоть шутку, ты все пропустишь мимо ушей. Информация о двух новых направлениях у тебя в оптике. Я мониторил сеть дронов. Мэри Келли, наконец, начала рассылать приглашения на рынок рабов. Датсек, это Кейтлин Лао. Ваш выход. Взломайте дрона и выясните, где она держит этих несчастных чипированных людей. Пора положить конец этому кошмару. Так, и что? Ага, бросай, где придет. Что ж, это было просто. Даже с твоими навыками. Минутку, я расшифрую коды безопасности. Бегли, что у тебя? Мэри Келли проводит аукцион в банях Хакни. С 1904 года они были объектом санитарии, а в нынешнее просвещенное время там торгуют рабами. Иностранные инвесторы, все серьезно. Значит, партнеры, клиенты, сотрудники. Все, кто хоть как-то связан с ее организацией. Мы разрушим ее империю изнутри. Инспектор Лао хочет передать свое дело против Мэри Келли генеральному прокурору. Наша задача — найти достаточный улик, чтобы он смог дать этому делу ход. Микрочипы играют важную роль в этом деле, но мы мало что о них знаем. Нужно что-то материальное, что с ними связано. Найдите хоть что-нибудь. Чертежи, счета, образцы. План простой. Ворвись на званый вечер Келли, узнай все, что сможешь, и если получится, не умри. Как окажетесь в банях, будьте очень аккуратны. Мэри может убить всех пленников одним нажатием кнопки. Если попытаемся их освободить, им конец. Пока что она не знает, что мы вышли на ее след. Это дает нам преимущество. Yeah.
еще какие-то проблемы? Не могу смотреть. Так грустно. Что теперь? Не стоит вламываться просто так. Хакни местный хаб CTOS и посмотри, что ждет тебя внутри. Крутой план. Нам нужна любая информация, имена, адреса, даты. Все, что может придать делу вес. И найди способ освободить людей. Лады, глянем, что удастся раскопать. Пока никого, но это хорошо. Шампанское не везут, а богатеи обожают халявный шампусик. Прям жить без него не могут. Ага, продукт готов к продаже, все в норме. Нет, она не придет. Не того уровня гости. Как по мне, тем лучше. Конечно, она босс, но... Именно. Все время как на минном поле. И чуть что, летят головы. Пока. Ожидала больше. Ну, смотри в камеру. Прямо. Да, вот так. Встань. Медленно повернись. Я не хочу. Прошу вас. А ну, живо на ноги. Какое убожество. Хрена с два его продашь. Покупателям нужно качество. Лады, отведи его вниз. Обновим каталог, вывесим параметры. Нет, нет, простите, я все сделаю. Только не туда, нет! Да завали ты! Черт! Твою мать! Что тут у нас? С большой вероятностью подвал будет заперт. Но с не меньшей вероятностью один из этих придурков оставил где-нибудь код доступа. Спасибо за ключ, тупица. Крутотень. Чего встали, ищите! У меня скоро терпение лопнет! Осталось найти, где шкирится эта сволочь. Чему нам насилие? Не человек, а куча дерьма! На месте! Поищите в другом месте.
Их ничего не смущает. Они пьют винцо и едят вкусняшки, покупая людей. Уроды. Да я их всех перебью. Держи себя в руках. Если мы начнем действовать до того, как отключим микрочипы, Мэри Келли избавится от всех улик. Новое сердце от новой жизни. Почки, легкие, рогатицы. Золотая пустыня предлагает качественные товары, изъятые при жизни у самых здоровых доноров. Вот так сюрприз. Золотая гусыня — интернет-магазин нелегальных товаров. Пушки, органы, рабы. Закажи и получи. Мэри Келли на людей вообще пофиг, да? Очень советую вымыть руки. Так, тут есть кое-что интересное. Мисс Келли, почему поставки взрывчатки задерживаются? Вы получили крипту? Все до последнего пенни. Признаюсь, раньше я думала, что вы кучка задротов, живущих на мамину зарплату. А что вы думаете теперь? Что у вас все хорошо с финансами. И что моя организация может оказаться замешана в очень гнусном дельце. И что цена выросла в два раза. Вы верны своим принципам. Но мы можем предложить нечто большее, чем деньги. Да, и что же? Силу. Вы станете королевой Лондона. Королевой, да. Королева суверенна. Независима. Неудержимой. Отдайте нам наш груз, и Лондон будет ваш. А, что ж, вот это уже хорошая сделка. Фейерверки в пути. Аккуратно. Смотрите, не обожгитесь. Вот он, последний гвоздь в ее гроб. Мэри Келли обеспечила взрывчаткой тех, кто устроил теракты. И это в придачу к рабам и торговле органами. Ей конец. Это интересный поворот событий. Значит, Мэри Келли не нулевой день, но она связана с ними. Должен признать, они весьма умело замели следы. План сработал. Даже я не мог предположить такого. А я специалист по предположениям. Давайте сосредоточимся на том, что мы делаем сейчас. Кейтлин нужна любая информация о золотой гусыне. Бегли, удалось что-нибудь раздобыть? Это обычный маркетинговый сайт. Я могу вытащить оттуда списки товаров, но вряд ли это как-то поможет инспектору Лао. Бэкс, нужно найти сервер сайта. Достанем информацию для Кейтлин и прикроем лавочку, пока они не запустились. Увы, сигнал скачет по серверам по всему миру. Наверное, смешанная сеть. Разумеется, я с этим разберусь, но уйдет несколько дней. А что насчет урода наверху? Того, что принимает гостей. Может, он знает, где серваки? Если ты меня слышишь, вали, пока я тебя не нашел. Да, заказ получен, но я просила не этого. Жаль, что вам не понравился продукт, мэм, но у нас действует гарантийный срок 10 дней, и мы можем быстро подобрать вам замену. Хватит вешать мне лапшу на уши. У меня был предельно четкий заказ. 10 лет. Этот старше. Верните мне мои деньги. Я найду других партнеров. Мэм, мы попытались сделать так, чтобы товар максимально соответствовал требованиям, но у нас проблемы с поставками. Я отправлю вам модель помладше, бесплатно. Посмотрите. Нет, нет. Предподростковый возраст не пойдет. Мне гарантировали, что ваши представители проверяют весь товар перед отправкой. Это афера. И все в сети о ней узнают. Летающий кусок дерьма. Скажи, Форд, ты образец.
Фанила листовки на вещи, которые можно назвать. Виду ты бойкая. Самое то для сопротивления. Эд, ты из Дэдсека, а? У меня для вас инфа. Продолжай. Меня поперли с работы, короче. И еще 300 чуваков из моего отдела. Босс сказал, нас типа заменили. Реальная жесть. Да ладно, я-то че, я выживу. А вот ситуация говно. Какие-то левые замуты. Каким, сука, образом эти мудаки сходу заменят 300 технарей, а? Че-то тут не так. Да уж. Хочешь, чтобы Дэдсек копнул глубже? Ага. Если чё, я долги возвращаю. Сечёшь, о чём я? Корпорация, которой плевать на этику? Как необычно, мы должны выяснить, что к чему. Займусь этим. Это прошлое место работы нашей протеже. Охрана очень серьезная, но не похоже, чтобы здесь были какие-либо еще сотрудники. Класс! Полагаю, тех, кто заменил всех этих людей, мы здесь не найдем. Осмотрись, может, поймешь, где их искать. Я не боюсь уродов, которые несут какую-то херню, типа, я тебе яйца отрежу и заставлю их сожрать. Фильм с тем челом, который играл в другом фильме. Можешь заняться корпоративным шпионажем здесь. Принято. Я проанализирую корпоративные записи, пока ты выбираешься оттуда. Что нам известно, Бэкс? Что ж, я знаю, кем заменили нашу протеже. Это ИИ.
И не классный ИИ. Ну, такой, ради создания которого можно, например, засунуть мозг своей мамы в холодильник. Нет, он унылый. Чуть более чем полностью. Он может заменить, скажем, 1 000 000 людей максимум. Вот срань. О, судя по твоей реакции, это много. Если хочешь, мы можем его уничтожить, пока еще больше людей не осталось без работы. Ясненько. Жду координаты. Ты на месте. Приступай к уничтожению. Еще один искусственный интеллект канул в бездну забвения, черную, словно Ванта Блэк. Он больше никогда не будет ни думать, ни чувствовать. Вижу, ты уже набила руку в этом деле. Спасибо, Бэгли. Теперь уходи оттуда, а я сообщу нашей протеже хорошие новости. Неожиданный поворот. Выяснилось, что твое место занял ИИ. Наверное, это дешевле, чем платить тебе. К тому же его можно заставить сделать что угодно. В натуре? Еще не все. ИИ должен был заменить всех сотрудников водоросли. Фиг бы кто нашел работу после такого. Но Дедсек разобрался, так что не парься. Ага, спасибо. А хочешь к нам в Дедсек? Будем дрючить говнюков вместе. А, хер ли там? Я в деле. Точняк! Нам нужны те, кто жаждет уважения и готов бороться. Охеренно! Вообще крутяк! Когда начнем мудохать гадов? Крутотень! Боже, опять. Этот старый пердун говорит, что решил снова ходить. Заценим, какой ты шустрый. Yeah.
Ты чего это? Да, да. Не смей отворачиваться, мать твою! Нет, он там, я не забыла. Да, я оставила его дома. Нет, точно, говорю, на кухне справа. Да, дома, на кухне. Иду дальше. Тут ни хера. Слышишь звук? Тут кто-то есть. Стоп! Люблю хорошие драки. Хочешь сдохнуть? Ладненько. Не дрожат. Ну да ладно. Где-то здесь. Я проверю вон там. Стопни уже, тварь! Турельная изготовка! Верня! Я в укрытии! Думаешь, ты круче меня? Так я без башки останусь. Это паскуда. Ты гниду. Ага, сейчас вон там позырю. Поищу там. Блин!
черт! Себе хуже делает! Я в жопе! Инстинкты тебя не подвели. У меня есть координаты серверов Золотой Гусыни и в качестве бонуса центра управления микрочипами. И то, и другое в Неогейт. Бэгли, ты просто чума! Датсек, нам нужны данные с сервера. Как только мы их получим, они отправятся в офис генерального прокурора. Теперь Мэри Келли конец. Серваки нельзя оставить вот так. Надо их похерить вместе с блоком управления микрочипами. Спасем народ, ага. Теперь в Неогейт. Похоже, Мэри Келли спрятала золотую гусыню в сердце компании, которая занимается кибербезопасностью. Не оправдываю ее действия, но восхищен изобретательностью. У нас есть потенциальный рекрут. Поставлю маркер на карте. На месте.
месте. Неогейт появился совсем недавно, но они уже возглавили рынок антивирусов. Могу поспорить, к их успеху приложил руку клан Келли. Неважно, надо их уничтожить. Слушайте, я хочу этого не меньше вашего. Но перед тем, как все здесь разнести, давайте найдем улики. В конце концов, именно ради них мы все это затеяли. Предлагаю взломать систему камер наблюдения, чтобы понять, что к чему. Неплохо. Для вас вход закрыт. Странно. Я твоя поклонница. Как держать, дорогой? Погуди, тут еще. Боже, и я валю.
сверху. Это трансляции с нижнего подвального этажа под серверной. Ну что, кто хочет немного поразвлечься? Понимаешь, это смесь разных веществ. Ботулина, конотоксина, сукцинилхолина. Но зачем вдаваться в подробности, ты их не поймешь. Скажем так, правильный состав мы получили не сразу. Он не должен убивать быстро или вредить органам. Боже мой, это тут они вживляют микрочипы. Бэгли, мне нужны все эти записи. Я приобщу их к делу. Вот еще одна. Отрадно видеть, что здесь все стерилизовано. Не хотелось бы подцепить какую-нибудь инфекцию. Еще одна. Проблема заключается в конвульсиях, вызываемых микрочипами. Нас волнует вероятность повреждения ценного товара. Наиболее уязвимы глаза. По предварительному анализу проблема заключается в микроразрядах. Несмотря на то, что ущерб, причиняемый мозговому стволу, минимален, конвульсии возникают в 34% случаев. Ёмана, Бэй, как мне теперь это развидеть, а? Вырубай нахер. Для всех, кто в этом участвует, в аду приготовлен специальный котел. У тебя есть все данные по золотой гусыне и записи с камер наблюдения. Плюс доказательство того, что она была соучастницей террористов. Этого хватит, чтобы засадить Мэри за решетку. Надеюсь. А теперь надо спалить все к чертям и отключить микрочипы. Крутяк. Открыто. Поздравляю с великой победой. Короче, сраному бизнесу Мэри Келли хана. Пора что-нибудь рвануть.
Микрочипы отключены. Полагаю, золотая густыня спеклась? Слышь, в жопу все засунь, такие шутки. Уходи оттуда, иначе повторишь судьбу гусыни. Хочешь тусануть, Дэдси? Не подходите к дрону! Этого достаточно, Датсек. Я сейчас же поеду в офис генерального прокурора. Нельзя терять время. Мэри Келли наконец получит по заслугам. Спасибо. Не подведи нас, Кейтлин. А как же чуваки с чипами? Не оставлять же их во власти клана Келли? Мэри Келли вот-вот поймет, что ее рабы теперь не рабы, а потенциальные свидетели. Нужно помешать ей, пока они опять не сменили статус и не стали трупами. Так рисковать нельзя. Пусть это спутает планы Кейтлин, но нам надо помочь беднякам, жизни которых все еще зависят от Мэри. Бастион клана Келли находится в Сэндстоун Резиденс. Я отметил на карте. Я нашел для нас потенциального рекрута. Поставлю маркер на карте. Хватит мне угрожать. За этим не ко мне.
Полагаю, Мэри сейчас со страшной скоростью избавляется от улик. И она все еще контролирует микрочипы тех, кто находится рядом. Надо отключить их через систему безопасности, иначе слугам Мэри конец. Ясненько. Я тебе нос сломаю! Крутяк. Есть. Эй, зацени-ка. Давай же, дрянь. Какого хрена? Работай, говна кусок. А, так мы теперь крутые. Ладно, давай. Питер! Охереть! Да. По крайней мере, нам удалось отключить чипы. Мэри заперлась в офисе внизу, но мы можем включить лифт при помощи мейнфрейма. Кстати, охрана на стороже, так что постарайся не умереть. Ну, зашибись. Никого, иду дальше. Тут пусто, пойду дальше. Иди. Тебе нужно оставаться рядом с мейнфреймом, пока я не включу лифт, ведущий в офис Мэри. Сраные чипы не пашут. Я сейчас у себя. Нужно убить вредителей. Да, трупам больше, трупам меньше. Питер мертв. А ну живо сюда, уроды. Раздавите этих тараканов. Залупаешься на нас, сдохнешь. Thank you.
мать! Я тут как есть, Урель! Так, слышь, ну о чем у тебя не сдаться? Да где вы все? Живо сюда! Работайте, ну! Снова работают, и ты можешь добраться до офиса Мэри. А, еще, инспектор Лао на связи, и боюсь, она не слишком довольна. Датсек, что вы творите? Мы же договорились, действуем по моей схеме. Зачем иначе мы искали доказательства? Я уже собрала все необходимые бумаги. А твои бумаги помешают ей убить рабов? Мэри Келли – бешеный зверь Лао. Нет времени обсуждать это еще раз. Поторопитесь, пока она не сделала что-нибудь ужасное. Я скоро буду. Смотрю укрытие. Туда, там проверь. Гляну, посмотрю. Глаза! Я знаю, что ты здесь. Я под... Сейчас проверю. Я тут кого-то видела. Сейчас проверю. Блин, зачем? Живее, народ! Опустили. Плевать. Мне не нужны эти сраные чипы, я вас, тварей, так вскрою. Детсек, да? Ты как раз вовремя. Тобой копы займутся. О, замечательно, милая. Всем стоять! Отойдите! Мэри Келли, вы арестованы. Хорошо, инспектор. Отдаю себя на милость сраного правосудия. Но не надейтесь, что я надолго у вас задержусь. А вы... Город от вас отвернулся. Я дала вам цель. Скоро мы увидимся. Нет! Какой-то швали не забрать у нее белого кита. Тебе кто дороже? Люди или система? Обещайте. Обещайте, что не упустите ее. Какой... Иди, я разберусь. Что ж, Датсек, как вы хотели, так и вышло.
Мэри наказана за все. Я хотела сделать все по закону, но после того, что я видела... Да, ее нельзя было оставлять в живых. Она заслужила это, Лао. Смерть и ничего, кроме смерти. За всех людей, которых обрекла на страдания. За Анхеля. Ты поступила правильно. Вообще не всекаю, что ты паришься. Эта гнида сама напросилась. Как по мне, жаль, что сдохла всего один раз. Не знаю. Да, это правосудие, но не то, в которое верю я. Точнее, верила, когда начинала это расследование. Да, королева может и мертва, но ее прислужники наверняка готовы подхватить скипетр и мантию. Тут ты прав, Бегли. Я буду следить за ними. Если услышу еще что-нибудь о клане Келли, вы узнаете первыми. Мне нравится с вами работать, Дедсек. Продолжим сотрудничать, ладно? Она чё, типа решила, что круче меня? Полагаю, сейчас у нее есть заботы поважнее. Альбион у нее на хвосте. История GPS показывает, что они совершали облавы там, где она недавно бывала. Эй-эй, ничего себе! Мне кажется, идеальный замут для Дедсек. Понял. Я выследил офицера с последней облавы. На оптике этого человека должна быть нужная информация. Может отойти подальше? Я не смотрел. Короче, грабители садятся в тачки. Альбион за ним. Все перепробовали. Дрона, всю херню, но толку ноль, ты прикинь? Тачка свалила, даже колесо ей не пробили. Да ну, ни одна машина такого. Эй, да слушай. На месте. Одна растяпа-наемница не отключила запись звука на своем оптике. Любые разговоры о нашей цели должны быть записаны. Окейшки, будут тебе данные. В сторону. Вот он. Отлично. Теперь уходи оттуда и проверим, что тебе удалось достать.
что делать во время теракта или стихийного бедствия. Будьте осторожны. Подготовьтесь заранее. Понравилось? Что происходит? Эй, кто это делает? Я так и думал. Вот, послушай. Ты нашел наркотики? Там, где ты и говорила. Нам везет, да? Я же сказала, все пройдет как по маслу. Объект у нас под контролем. Груз всегда будет там, где нам нужно. Полагаю, эти тупицы считают, что используют шифр. Неважно. Похоже, Альбион не преследует эту женщину. Это она подбрасывает для них улики. Нужно пообщаться. Бэк, Сизай, организуешь встречу? Нет. Так, и что? Чем могу помочь? Ты чё, вообще с башкой не в ладах? Подбрасывать улики для альбов? Меня шантажируют. У них на меня компромат. Понимаешь? А если, ну, чисто гипотетически, вся эта инфа исчезнет? А что, так можно? Вломиться на их сервера и... Хоп! Нет больше компромата? Я была бы вам признательна. Очень. Давай поможем. Она прям создана для детсека. Альбион хранит подобные сведения на изолированных серверах. Удаление данных с жестких дисков положит конец этой некрасивой истории. Нормас, гони координаты. Здесь у Альбиона серьезная защита, но можешь не сомневаться, что дыр в ней больше, чем в трупе Юлия Цезаря. Взломай сервер и получи доступ к компромату на нашу знакомую. А что такое? На этом сервере хранится компромат, используемый Альбионом. Тебя засекли. Сейчас пришлют бойцов. Финал возможен только один. Что такое?
Высылаю координаты. Доложите обстановку.
отправил нашего агента в кратковременный отпуск. Займи его место. Кто-то попался? Это было лучше стараться. На этом сервере хранится компромат, используемый Альбионом. Тебя заметили. Охрана скоро будет тут. Альбион только что арестовал нашего агента. Так что, если не повторишь его судьбу, ты мой фаворит. Ты вовремя, чел. Погнали. На этом сервере хранится компромат, используемый Альбионом. Тебя заметили. Охрана скоро будет тут. Начинаем перехват.
прием! Всем постам перехватить транспорт цели. Диспетчер, все еще ведем погоню. Весь день будешь прятаться? Слушай, тебе же хуже будет. Огонь на подавление. Офицер ранен! Офицер ранен! Диспетчер, цель вооружена. Диспетчер, не вижу цель. Жду указаний. Диспетчер, не вижу цель. Никак нет. Не видим цель. Тебе не победить! Данные удалены. Позвоню нашей подруге, пока ты выбираешься оттуда. Thank you.
У Альбиона была запись камер, на которой видно, как наша знакомая грабит букмекерскую контору. Ключевое слово «была». Им придется найти другой способ подбрасывать фальшивые улики. Бегли, ты просто чума! Давай порадуем ее. Это Дэдсек. Короче, за ту инфу не переживай, ее больше нет. Альбион тебе больше не указ. Вы все видели, так ведь? Я этим не горжусь. Это было глупо. Но теперь можно начать с чистого листа. Если я могу как-то вас отблагодарить... Эд, нам новые бойцы всегда в кассу. Чё скажешь? О, да. Я в деле. Цель не найдена. Прием. Кто бы сомневался. Заканчиваю поиск. Отходим. Прием. Странно. На один из наших серверов постоянно приходят пакеты данных с Wi-Fi в одном из кафе Star Roger. Так, ну и чё? Сначала я подумал, что это просто шум, но затем расшифровал пакеты. Это азбука Морзе. Три буквы, раз за разом. Продолжай. S-O. Минуточку. S. Погнали. Вдруг чё найдём? Гони координаты. На месте. Теперь чё? Не похоже, чтобы кто-то был в беде, да? Присядь, я проверю IP, с которого приходит сигнал бедствия. Они сейчас в идеальных условиях. Власть есть, ответственность. Выбор? Ничего не изменит. Индейку под Рождество никто не спрашивает. Личное пространство. Это, конечно, здорово, но что, если они сломаются и взбесятся? Ты вроде как из тех, кому не насрать на Лондон, ага? Ты же из Дэдсек, да? Мне надо кое-что порешать. Если время будет, ага. Чё там у тебя? Я отравилась из-за Альбиона. Я работала у них на складе, и после доставки нового груза мне стало очень паршиво. Как будто все органы разжижались. Чё-то реально жесть. Я подала жалобу, но ее отклонили, мол, доказательств недостаточно, чтобы проводить расследование. Это все херня! Откуда взяться сраным доказательством, если расследование нельзя проводить до тех пор, пока у тебя их не будет? Очередные мутки Альбиона, ага. Ничего, мы все прочекаем. Да, такое. Сидеть и разговаривать с ним. Ну, типа, да, я все. Вот видать, это еще... хитроумный жрец изображает, что... Что нас обучит? Такие темные мысли, что таит эта куча цифр и коды. Эй, мисс! Thank you.
Чё, раскладушка? Их вообще еще делают? Это криптофон. Он безопасен. Любое устройство под CTOS можно вскрыть. Если нас подслушают, обоим конец. Это кто, блин? Это не важно. Важно то, что у меня есть инсайдерская информация о Сирс. Полагаю, люди, которые вас подставили, работают там. Как ни прискорбно, похоже, Дэдсек — моя единственная надежда. Ну, лады, перетрем, но ничего не обещаю, ага. Хорошо. Координаты места встречи спрятаны в сети этого заведения. Бэкс, Сабина, чё скажете, а? Так, любопытно. Чувак из Сирс говорит, что нулевой день — это агенты спецслужб, по мне. Звучит вполне логично. Такие теракты не по плечу рандомным психам Сирс, другое дело. Официально Сирс — разведывательная служба быстрого реагирования. Использует данные CTOS для обнаружения террористов и преступников. А Альбион потом их убивает. Вот, взгляни. В связи с ростом насилия на улицах Лондона, Сирс разрешает сотрудникам правоохранительных органов и Альбиона стрелять на поражение. Неофициально. Сирс крадет данные и арестовывает людей за неугодные мыслишки. Средства и возможности есть, остается мотив. Сирс — фашисты, но все-таки их задача — предотвращать теракты, а не устраивать их. Где логика? Спросите при встрече. Я не мог найти работу, мог потеряться в лесу и сдохнуть. Ну уже. Но изобрели очки, и проблема исчезла, верно? Кажется, это не бывает. Ладно. Понятно. Сволочь! Где-то в глубине души, Срань какая-то. Тут пусто, но явно кого-то отмудохали. Чё делать-то? Возможно, за него взялась Сирс. Получи доступ к системе наблюдения, и я смогу воссоздать события в дополненной реальности. Ладно, посмотрим. В конце концов, это же всего пара шуток, да?
Кошмары, ужас. От безнадёги люди... Да я до сих пор не могу заглянуть в зеркало. Готово. Теперь вернись, я воссоздам сцену в дополненной реальности, и мы узнаем, что случилось с нашим контактом. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Похоже, это наш контакт. Охереть! Согласен, наверняка у него бывали дни и получше. Изучи место в ДР, чтобы узнать, что с ним случилось. Использовалось нелетальное оружие. Есть шансы, что он жив, хотя, вероятно, не в восторге от этого факта. Они забрали нашего знакомого, но, возможно, не успели далеко уехать. Я могу воссоздать маршрут транспорта по данным с камер наблюдения. Так ты сможешь их догнать. Моя очередь рулить. Создание сцены близится к концу. Как и жизнь нашего знакомого, если не поторопишься. Похоже, обидчики нашего знакомого остановились здесь, но я их нигде не вижу. Давай изучим данные и попробуем понять, что... Похитители меняют транспорт, чтобы сбить преследователей с толку. Это стандартная тактика оперативников ЧВК типа Альбиона. Саны Альбион? А чё не Сирс-то? Ну, Альбион, наемники. Возможно, продолжив расследование, мы узнаем, зачем им понадобился разоблачитель Сирс. Я провел детальный анализ транспорта и пришел к выводу, что это фургон. Охереть ты умный. Чё еще? Ну, еще я могу добавить, что следы песка в протекторах указывают на то, что фургон недавно был на стройплощадке. Ну, а ты же знаешь, не люблю казаться умнее окружающих.
Я проверял все стройплощадки, связанные с Альбионом, и выяснил, что какой-то сонный кретин забыл вырубить камеру в импровизированной пыточной. Давай позырим, ага. Я не тот человек. Нет. Ты Малик, офицер Сирс и грязная крыса. Нет, это не я, клянусь. Нет, нет. Чё, абсоса замели? Он совсем помороженный. Бэк, скинь координаты, разрулю. Там кто-то есть? Сдавайся, пока можешь. Все! Здесь посторонний! Думаешь, ты крута? Нужна поддержка!
Изи, ага. Я из Дэдсек. Ты нам звонил. Вот как. Зря вы пришли. Они поймут, что я их предал. Мы тебя спасли, урод. Нет, теперь мы оба в беде. Так, я загружу данные на анонимный FTP. Сами все поймете. Или ты сам пояснишь за всю фигню. Я аналитик в СИРС. Меня зовут Ричард Малик. Я считаю, что нулевой день — это офицеры СИРС, которые подставили вас, чтобы захватить власть. Теперь они убивают или шантажируют всех, кто им мешает. И, как вы поняли, я в этом списке. Лады, посмотрим, что с этим сможет сделать Бегли. Не пожалеть бы, блин. Этого не обещаю. Малик покинул это место. Советую последовать его примеру. Это последний шанс урыть гандонов из СИРС, блин! Живо прочекай инфу! Так, минуточку. Бегли, глянь на его данные, и если они достоверны, собери всех, поговорим. Мудилы мне не нравятся, и его история тоже. Лучше не связываться. Не паранойй. Нужно помочь, чё. Есть третий вариант. Используйте его. Человек, способный разоблачить СИРС, может вывести нас на уродов, которые взорвали половину Лондона и подставили Дэдсек. Пусть даже вы ему не верите. На день рождения можно не звать, просто воспользуйтесь информацией. Крутой план. Ясно.